Дрессированный.
На него направляйте. Она не поворачивает. Фомик, смотри! Его сейчас пшикнут. Смотри, я пшикнут. Дайте коня мне за добрый день. Ой, что там вы засидели, братцы? Не пора ни нам разгуляться. Русь молодая, силы немерена. Дайте коня мне за добрый день. Ратью пойдем, да погоним ворога. Русь молодая, сердцу дорога. Да не пристало нам сидеть пока там. Дайте коня мне за добрый день. Человек попадает в
ему все равно, кто на помощь придет, кто руку протянет в кромешном аду, от смерти избавит и к жизни вернет. Летит моя пожарная охрана, а ей навстречу пламя до небес. Всегда на страже дружная команда, войска берут и силы МЧС. Есть местные, как мы говорили, оперуполномоченные сотрудники, как правило, они ходят без формы. Почему? Потому что это оперативные службы, и нельзя выдать себя. Они чаще наблюдают, проводят действия, эксперименты, внедряются в разные группировки преступного характера, преступные группировки. И моя группировка не дальше делать. Знаю, что партнер не победит. А я что, подвезет кого-нибудь?